Недавно здесь положили асфальт, но теперь рядом с 4-м подъездом дома номер 1 по Жуковскому проезду возвышается гора из блина и щебня. По словам местных жителей, когда случилась авария, 2 дня никто ничего не предпринимал. И хотя прорыв устранили, появилась новая проблема. У нас прорвало воду, вот, нас здесь ее не ремонтировали, заявки не принимали, хотя мы звонили вот соседям с первого этажа. У нас теперь в течение дня, начиная со вторника и по сегодняшний день, по нескольку раз в день, на 2 минуты где-то примерно, отключается холодная вода. Ну, то есть вот просто она отключается и все. Начиная со вторника, я звоню Мосводоканал, они мне говорят, ну, это не наша проблема, это управляющая компания. Говорит, мы воду не подаем, ваша проблема. Естественно, что в таких условиях невозможно эксплуатировать, например, стиральные машинки. Кроме того, подобное положение вещей не только добавляет дискомфорта местным жителям, но и является угрозой здоровью и жизни. Искупать ребенка под душем купать нельзя. Нужно только набрать воду в ванну, потому что есть рискуешь ребенка обварить. Дают холодную воду, она пока вот холодная вода горячая, пока она протечет. Огромный расход воды. Эта неприятность стала грустным дополнением к целому набору проблем, с которым приходится жить в доме номер 1 по Жуковскому проезду. Он был сдан в далеком 1982 году. С тех пор капитальный ремонт здесь не делался ни разу. Протекают крыши на всех 4 подъездах. А угловые квартиры, там постоянно появляется плесень. То есть надо утеплять фасад весь. Напор воды очень маленький. Жительница дома Ирина Козырева показывает, в каком состоянии находятся стены в ее квартире. Говорит, ремонт делать бесполезно. Грибок и сырость появляются сразу после следующего дождя. О состоянии фасада свидетельствует и кусок стены на ее балконе, который просто отвалился. Полностью разрушение панелей дома фасада. Как можно жить в таком доме? Поэтому и мы просим сделать капитальное утепление всего фасада. В конце марта по инициативе депутата Олега Федорова состоялась встреча жильцов с представителями управляющей компании. На ней обсуждался ремонт крыши, фасада и подъездов. Назывался даже срок окончания работ – начало сентября. У нас подписание паспорта готовности, и все это подгружается в систему АИС ГЖИ. Ага. Жилинспекция очень жестко контролирует эти работы все. До 1 сентября. Увы, но пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы. На дворе конец августа, но работы так и не начались. По мнению депутата, все договоренности остаются в силе, тем более, что деньги на ремонт выделены. В планах и за капитальный ремонт крыши, в планах ремонт в подъездах, замена всего необходимого. Все это в планах есть. И вот если удастся все-таки утеплить этот дом, то это будет, я думаю, просто вот радость на следующие десятилетия проживания в этом доме жителей. Вопрос, будет ли решена проблема с исчезающей холодной водой, пока остается открытым. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Сергей Ларин. Видное ТВ.